26 сентября студентам Высшей школы ИТИС КФУ представили лабораторию, разработанную совместно с Институтом управления экономики и финансов корпоративной информационной системы. Проект организован на базе уже существующей лаборатории 1С. Она призвана восполнить потребность экономической индустрии в специалистах в сфере 1С. Плюсом нашей работы, то, как мы подошли к этой задаче, является сотрудничество между разными подразделениями университета. Лаборатория создана на базе ИТИСа, но туда будут входить ребята, студенты и специалисты Института управления экономикой и финансов, Института высшей математики и компьютерных технологий. Также в работу лаборатории была привлечена компания 1С Rarus. Сейчас это крупнейшая на российском рынке IT-организация, предлагающая готовые решения для дома, бизнеса, государственных учреждений. Поэтому руководители лаборатории уверены в том, что они выпустят востребованных на рынке специалистов. На выходе у нас будут ребята, кто больше, будут идти по направлению разработчики. Это скорее те, кто будут писать коды, да, кодировать. И второе направление – методологи. То есть это те ребята, которые в будущем будут ставить задачи, определять, там, например, показатели, которые нужно выявить, метод их расчета и давать тех задания уже разработчикам. Диана Вакян, Руслан Уразаев, Универньюз.